Всем привет, друзья! Очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. И, естественно, как вы поняли по названию видео, как вы поняли по заставке, мы сегодня с вами будем открывать посылочку из нашего любимого Василька. Заказала новиночки, которые хочется самой посмотреть, вам показать, рассказать про все особенности, которые я смогу заметить. Естественно, как всегда, будет примерочка. Мы с вами сравним, как вещи выглядят на сайте по фотографиям и как они выглядят вживую. Естественно, традиция у нас не будет нарушена. Мы запустим старт нового конкурса, поэтому усаживайтесь поудобнее. В этом видео мы с вами будем болтать очень много, по крайней мере, я точно буду болтать. Ну и будем рассматривать интересные вещички, поэтому давайте скорее открывать. Честно говоря, я уже подзабыла, что же именно я там заказывала, так что это будет 100% сюрпризик для меня. Единственное, что да, некоторые вещи я узнала, которые я заказывала, но какие-то чуть-чуть у меня из памяти подстерлись. Да, кстати, у Сони арендовала вот такой веночек, думаю, наверное, красиво. Кстати, друзья, как всегда, внизу в описании вы сможете найти ссылку на сайт нашего любимого Василька, на все социальные сети, где есть компания, на Telegram. Советую туда подписываться, потому что там ежедневно и на новинки и интересная информация. Переходите, смотрите. Надеюсь, для вас это будет интересно. Но давайте скорее же приступать, смотреть, что же я там заказала. Первый пакетик, я так понимаю, это пакетик с детской одежды. Это у нас платье малинового цвета на возраст 7 лет, рост 122 сантиметра. Но, честно говоря, вот я бы не сказала, что платье малинового цвета, больше оно просто похоже на розовое. Подобного плана платье я заказывала в синем цвете, и оно универсальное, классненькое такое. Знаете, плотненькая кулирочка, а состав у нас 92% хлопка и 8% лайкры. Смотрите, какое интересное платье. Отрезное под грудью, то есть идет трапециевидное. Длинный рукавчик на резиночке. Вот такой интересный, круглая горловина. Тут у нас вышивка, буковка «Б». Но у нас не совпало, в принципе, по инициалам никак. И вот таким образом выглядит это платьишко. Сейчас я его распарю. Не знаю, пока сядет ли Сони по размеру или нет, но мы с вами посмотрим. Но качеством я довольна. Синее платье мы носим постоянно в садик. Никаких нареканий нет. И даже машинную стирку вот эта модель платья выдерживает на ура. Советую, присмотритесь. Тем более, что сейчас эти платья есть в продаже. Так, что же еще Соня заказала? Носочки, да, обычная упаковка носочков. Это носки детские, но они заявлены для мальчиков. Но, в принципе, мне понравилась вот эта универсальная расцветка. Серые, черненькие, темно-синие. Они, как показывает практика, более ноские, например, в садике. И не застирываются так, как светлые носочки. Поэтому я спокойно отношусь к тому, чтобы заказывать какие-то вещи дочки именно из мальчикового раздела. Эти носочки плотненькие, очень хорошенькие, там как будто вот такой маленький начесик, все поближе покажу. Состав 80% хлопка, 15% полиамида, 5% лайкры. Размер с 25 по 30. И да, друзья, сразу хочу принести свои извинения, если вдруг я как-то более максимально задыхаюсь. Но дело все в том, что недавно переболела то ли вот этим свиным гриппом, то ли это была какая-то смесь коронавируса и птичьего гриппа, непонятно чего. Кашель до сих пор сохраняется, дышать, да, тяжеловато, но надеюсь, что на видео это не так сильно сказывается в негативном плане. Вот такие темно-серые носочки, черные носочки, плотненькие, хорошенькие, мне прям нравятся. Посветлее серые носочки, вот такие темно-синие, тут, кстати, 6 пар. Светло-синие носочки и коричневые, универсальные,
Я на 100% уверена, что будут носки, не марки. Поэтому, да, вот этим довольна, присмотритесь. Носочки тоже были на сайте. Следующий пакетик, что у меня есть. Это новиночка, женский костюм. Моделька называется Оливия. Этот костюм представлен в нескольких вариантах расцветки. Основной цвет черный, но а второй комбинирующий цвет вот именно в нескольких вариантах. Я заказала расцветку брусника. Вот такой, видите, слегка красноватый. Меня почему-то вот в эту степь сейчас несет очень сильно. А материал у нас футер. Да, понятно, что это костюм не на повседневную носку, не на сейчас, но, в принципе, если вы дома ходите в таких костюмах, то будет очень удобно. Я такие костюмы люблю носить летом. Состоит он из вот такого верха. Это у нас футболка с коротким рукавом по локоть. И посмотрите, как интересно сделана отделка. Вот тут манжетик черненький, горловинка черного цвета, кармашек ромбиком пришит, то есть по диагонали. Вот спереди выглядит вот таким образом, чуть-чуть вот скошена часть, вот так. Таким образом идет вставочка прямая. Интересно, красиво смотрится. Ну а позади футболка просто черная. Рукавчик, летучая мышь, так что сядет хорошо, удобно и комфортно. И брючки в комплект. Тоже это у нас футер, двунитка. На широкой резинке стандартно имеются два кармашка. Брюки черного цвета и на манжетиках внизу. Но вот эта вставочка из цвета, из ткани цвета брусники в виде лампасов прям очень сильно освежает, придает какую-то нотку игривости. Мне вот костюм понравился. Пойдемте посмотрим, померяем, как этот костюм сидит на мне. Я уверена, что на меня сядет хорошо, потому что я у Василька для себя нашла вот этот 50 размер, который садится на меня просто идеально. Поэтому в качестве я уверена, в размерной сетке я уверена. Но пойдемте смотреть, как это сядет. Друзья, ну и, конечно же, конкурс. Конечно же, в каждом таком видео мы с вами запускаем старт нового конкурса. И да, приношу свои извинения, что до сих пор не подвела итоги предыдущих трех конкурсов. Как вы знаете, закрутилась учеба, работы, Сони, утренники, день рождения и все тому подобное. Но на этих выходных сразу же все подведу и итоги оглашу. Надеюсь, вы меня поймете. Ну и в сегодняшнем видео мы с вами будем разыгрывать вот такой наборчик уходовой косметики для лица. Этим набором я пользовалась. Мне очень понравилась маска с бананом. Супер питательная. После нее кожа становится просто наипрекраснейшая, нежная. А поэтому со всей 100% уверенностью я могу вам рекомендовать этот наборчик. Ну и, конечно же, быть уверенной, что многим он тоже понравится. Условия, как всегда, простые. Быть подписанным на канал, поставить лайк к этому видео, написать в комментариях «Я участвую». И при желании добавить, может, какие-то свои отзывы о компании «Любимый Василек», либо какие-то пожелания по ведению канала, все, что вы хотите. Но итоги я подведу обязательно перед Новым годом, поэтому участвуйте, мне нравится радовать вас маленькими подарками. Так, следующее, что же я заказала? Эта туника, состоит она из хлопка 95% и 5% лайкры. Размер 52-54. Вообще, изначально эту модельку туники мы заказали для мамы. Мама выбрала себе. Но так как это вот такой универсальный размер 52-54, мы еще не знаем, хорошо ли она сядет на маму. Вообще, мама всегда заказывает в Васильке 54 размер. Но мы с вами посмотрим, как вот это универсальный размер ведет себя. Так, это у нас вот такая кофточка. Знаете, да, точно, кофта это сядет 100% на маму. Хорошо, потому что она свободна. Знаете, мне даже кажется, что она слегка свободновата, очень сильно свободновата. Круглая горловинка, рукавчик
длинный, но в руках вот такой интересный, да, вот летучая мышь, вот такой вот он широкий, и спереди эта кофточка у нас украшена аппликацией, ну, просто у нас тут какой-то цветочек в прямоугольнике и надписи. Приятный материал, очень такой гладенький, нежненький, не сильно скользкий, знаете, мне кажется, нормально даже будет свободновато, но эта моделька оверсайз. Поэтому пойдемте померяем, посмотрим, что же это такое получится и кто эту кофту заберет себе. Следующий пакетик. Следующий пакет — это костюм, что ли, на Соню. Состав 100% хлопок, размер 68, рост 164. Моделька называется Баффи. Костюм же это? Да, да, это костюм. Этот костюм у нас состоит из кофты. Черные кофты, надпись «Бу», глазки котика, носик, вот такие клыки, вампирская тематика, и поэтому и называется костюмчик Баффи. Круглая горловинка. Материал, кстати, у нас футр, двунитка с легким начесиком. Длинный рукав без манжетиков. И интересно, эта кофта оформлена позади. Задняя деталька этой кофты, спиночка, идет чуть-чуть по длине передней. Она идет мысиком и имеется своеобразный разрезик. Сейчас я вам поближе все покажу, чтобы вы могли иметь представление. Но, знаете, кофточка действительно интересная, вот такая туничка. И в дополнение брючки. Брючки у нас светло-серого цвета с принтом в виде летучих мышек черного цвета. Тоже плотные брючки с начесиком. Знаете, даже что-то похоже на пижамку такую. Такую утепленную. Резиночка хорошенькая, глубокая посадка, два карманчика, все это стандартно, и брючки прямого покроя. Пойдемте раскладим и также на Соне померяем. Так, следующий пакетик, и это еще одно платье-туника для мамы. Моделька просто под кодовым названием Т-390, состав 70% хлопка и 30% полиэстера. Эта туничка была очень красивого, знаете, такого насыщенно-синего цвета. Очень приятный, красивый оттенок, но туничка с капюшончиком, сразу предупреждаю. Так, давайте смотреть. Ну, качество, да, качество мне нравится. На ощупь просто прекрасно. Вот таким образом выглядит эта туника. Она однотонная, темно-синяя. Спереди у нас имеется карман кенгуру, вот такой большой. Рукавчик длинный на манжетах. Посмотрите, цвет, оттенок очень-очень красивый. И основным декором все-таки выступают капюшон и вот такие металлические люверсы со шнурочком. Сзади туничка выглядит вот подобным образом. И если мне не изменяет память, вроде бы туника была еще и в другом цвете. Но, как всегда, актуальную информацию вы сможете найти на сайте, поэтому переходите, смотрите. Там-то уж точно не ошибетесь, потому что я могу что-то забыть, что-то где-то упустить или же, например, вещи разберут, но качество классное, шикарное, очень-очень приятное, будет красиво смотреться как с колготками, будет красиво смотреться с лосинами. И остался последний пакетик в этой распаковочке. Это тоже новинка. Женский костюм. Моделька называется Тандем. Материал кулирка. 100% хлопок. Я заказала этот костюм в цвете индиго меланж. Очень интересный синий цвет. Он не глубокий, вот как предыдущая туника. Он более светлый. И знаете, вот он не однотонный, а идет как будто вот такая рясочка темно-серого цвета. Тоже поближе покажу, засниму, чтобы вы могли иметь представление. Костюм
Чик тонкий, идеально подойдет в качестве домашнего костюма летом на жару. И состоит он из вот такой футболки с коротким рукавом. Рукавчик у нас имеет манжет. Кстати, эта футболка тоже у нас с капюшоном свободненькая. Тоже имеется вот такая вставочка-планочка снизу. И на ощупь я знаю, что будет сидеть очень комфортно. Главное, чтобы мне этот цвет подошел, потому что в таком цвете я пока еще вещи никогда не заказывала. И не знаю, будет ли мне хорошо. Но, в принципе, я думаю, неплохо, друзья. А вы, как всегда, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этих вещей. Ну и низ этого костюма состоит у нас из брючек. Тоже стандартного покроя для Василька, глубокая посадка, два карманчика, не тугая резиночка, прямые брючки и внизу они тоже на манжетиках. Красиво будет смотреться, если дополнить какими-то белыми кроссовками, спортивной сумкой, и будет, я думаю, выглядит очень классно. И что мне кажется допустимым, и можно вот эту кофту надевать просто с джинсами и получать сразу несколько комплектов одежды. Ну что, друзья, вот подошло это видео к концу. Надеюсь, что информация по новиночкам магазина Василек была для вас полезной. Не забывайте про ссылочки на все социальные сети, на сайт. Не забывайте подписываться на мой канал на Яндекс.Дзене, на мой телеграм-канал, чтобы чуть-чуть больше интересной информации получать. Также не забывайте участвовать в конкурсе. Мне очень нравится радовать вас интересными подарочками и хотя бы вот такими маленькими сюрпризиками. И не забывайте смотреть подведение итогов, чтобы знать, выиграли вы или нет. Если видео было интересным, поддерживайте его пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а мы увидимся с вами совсем скоро.